Адмирал под огнем. Вечером 11 мая в жилом комплексе на Кубанской набережной стреляли, но не праздничными салютами. В элитной новостройке завязалась так называемая разборка в стиле 90-х. Как итог, охранник комплекса получил пулю. Стреляли из травматического пистолета, причем 4 раза. По предварительным данным, противоправным действием с применением оружия предшествовал конфликт между женщиной, управляющей автомобилем, и охранником жилого комплекса. В результате происшествия последний был доставлен в больницу с различными травмами и телесными повреждениями. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла 4 стрелянных гильзы предварительно от травматического оружия. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по хулиганству. Статья только на первый взгляд безобидная. Стрелявший грозит до 7 лет тюрьмы. Женщина, кстати, была не одна, ее ночных друзей тоже продолжают искать правоохранители.